Привет всем, я Роман Кравцов, я в основном в этой жизни являюсь фитнес-тренером, ну и по совместительству на сегодняшний день я фрукторианец. Вот об этих двух, наверное, областях основных я и расскажу. Фитнес-тренерством я занимаюсь еще с 98 года, именно тогда я устроился в 41-й фитнес-клуб, и вот с тех пор это моя самая любимая деятельность, и я наслаждаюсь тем, что реализуюсь в этой области. Поэтому было основное мое питание именно вот таковым. То есть, как привыкли обычные фитнесисты, обычные бодибилдеры питаться: курагрудки, белый рис, креветки с рисом, ну и так далее. Вот, поэтому мой переход, он был очень неожиданным для меня самого. К этому меня подводил мой двоюродный брат. 4 года он снабжал различной информацией, двоюродный брат снабжал. Я сопротивлялся, хотя на какой-то момент я уже увидел в этом определенную логику, определенные разумные идеи и начал присматриваться, и постепенно вот это количество информации вошло в меня и перешло в качество. И в 2011 году, благодаря вот всей этой информации, которую я стал изучать, и не только с его помощью, но и уже стал сам смотреть, вглядываться, вот на меня повлияло. Наверное, 2 таких основных момента, ключевых, которые повлияли на мое решение отказаться от продуктов убийства. Это первая очень короткая фраза из книги Робина Шарма «Монах, который продал Феррари». Если вы хотите искрящейся жизни, это его термин, то пункт первый, у вас должно быть живое питание. И вот я тогда осознал, что живым оно должно быть тем, которое дает жизнь. Не то, которое несет в себе смерть. То есть и та же курица, утка, и рыба, и тем более то, что принято называть свинина, говядина. Это получается такой термин, который отвлекает внимание человека от того, что в реальности на его тарелке. И 2011 год является вот моей точкой отсчета, когда у меня началась новая эпоха в моей жизни без продуктов убийства. И второй момент, это был, ну, для меня как тренирующегося, было мне очень важно было узнать, можно ли на растительном питании строить достаточно мощное, рельефное, мускулистое тело. И тут для меня героем являлся достаточно знаменитый в наших кругах, во всяком случае, персонаж, тогда он был фрукторианцем, Джерико Санфайр, а на сегодняшний день он, причем 11 лет, он фрукторианил, и для меня это было просто сногсшибательно, как так на протяжении 11 лет лишь фрукт. И он был достаточно атлетичен, он тоже на тот момент был фитнес-тренером, у него свой фитнес-клуб, поэтому для меня это был таким хорошим ключевым моментом. К тому же, это сейчас Инстаграм и стрит всевозможными атлетичными веганами, рельефными, как девушками, так и парнями, но в основном зарубежные. У нас в России, я, наверное, со всеми этими несколькими людьми, у которых действительно достаточно такое мотивирующее тело, я со всеми ими знаком. Они в Москве в основном проживают, как ни странно, не самый фруктовый город, и не самый, хотя да, наверное, поскольку это мегаполис, он все-таки является веганским, поэтому веганы-сыроеды, рельефные, атлетичные, они все-таки в своем большинстве в Москве проживают, ну и парочка людей еще и в Питере. Вот. И сегодня они для меня являются, ну, тем же дополнением к той картинке, которую я увидел тогда. И с тех пор мое питание каждый раз на новом витке поднимается вверх, улучшается, потому что я обогащаю себя знаниями. И поэтому я к пище отношусь не только к тому, что строит меня, но и к тому, что дает здоровье. Поэтому с позиции нутрициологии, с позиции аюрведы я изучаю наше питание. Беру, разумеется, наиболее лучшее и эффективное из всех этих областей, из валеологии, поэтому
да, мне интересно прожить больше 100 лет и при этом быть не овощем, каковыми в основном являются там 80-90-летние. 100-летних-то в России, наверное, раз-два и общался. Поэтому в основном, опять же, зарубежный пример. И поэтому мне важно то, что меня строит, то, что придает мне долголетие. Вот с этих позиций я стал изучать. И спустя 3 года я отказался от яиц, потому что первое время был уволакто-вегетарианцем. Затем я отказываюсь от молочных продуктов спустя еще 1 год. С 2014 я начал сыроедить, то есть все больше постепенно увеличивая долю растительных необработанных продуктов в своем рационе. И вот этот 2017 год я уже являюсь вегетарианцем, у меня на 95, наверное, даже 97% всего моего рациона – это фрукты и ягоды. А остальная часть – это зелень и семена. А чем обусловлен отказ от овощей? Наверное, несколько основных таких причин, по которым овощи проигрывают. Как ни крути, но витаминов и минералов меньше в овощах. Фрукты наиболее полны этих самых витаминов, минералов, фитонутриентов. Разнообразие фруктов гораздо шире, чем овощей. Та самая жизненная энергия с позиции аюрведы, прана, она больше во фруктах содержится, нежели в овощах, которые либо под землей, как картофель или грибы, растут. И фрукты все-таки ближе к солнцу, так сказать. Они постоянно впитывают солнечные лучи. Отсюда и передача нам вот этой жизненной энергии, праны. Большинство овощей нужно готовить термически. Я намерен свое тело питать только лишь при помощи необработанной, неубитой высокой температуры. И еще один момент, это если кто понимает, что такое ощелачивание, что такое кислотность, ОВП и pH, опять же, фрукты здесь выигрывают. Поэтому получается, что большинство овощей, они имеют в большей степени кислотные показатели. Поэтому ощелачивать себя можно при помощи в основном фруктов и ягод, правильной воды, ну и хорошо бы ионизировать воздух вокруг себя, ну хотя бы дома это делать, либо отправляться в парки, в леса. Вот таким образом можно нивелировать то, что происходит в городе, выхлопные газы и прочее. То, что разрушило здоровье у каждого из нас, разрушил мегаполис однозначно за предыдущие годы. Ну и хоть какое-то долголетие себе придать на будущие годы. Поэтому вот они, наверное, основные причины. Зимой я обращаюсь к замороженным ягодам, не фруктам. Поэтому замороженную клубнику, да, конечно, я чаще всего делаю с ней смузи. Но это редкое явление, то есть, ну, точно из этого мой рацион строится. Что касается сухофруктов, я их также мало употребляю. Мой излюбленный вид сухофруктов – это финики. Финики являются, ну, таким видом сухофрукта, который стоит отдельно от всех других, поскольку он, как правило, сушится на самих деревьях и не обрабатывается серой, как это может происходить с курагой, черносливом. И отсюда, ну, наиболее живой вид продукта. Но сухофрукты, на самом деле, особенно в сочетании с тяжелыми жирами, даже без орехов, почему я орехи также оставил, повторюсь, я лишь семена употребляю, которые предварительно замачиваю. Хоть, например, тыквенные семечки или семена чиа не проращиваются, или белые кружут, но, тем не менее, вода все равно пробуждает их. И тем более, когда подсолнечник или семена льна, или черный кружок проращиваются, они, у них уже жизнь бурлит. Орехи можно оживлять водой, но все равно их не стоит употреблять, тем более часто, и тем более в сочетании с сухофруктами, поскольку именно вот такое сочетание жиры из орехов и быстрые углеводы, быстрая фруктоза, в данном случае сухофруктов, они плохо сочетаются и, собственно, накапливаются в виде жиров. Именно это является ожирением, причиной
да, лишний без лишнего веса, не то чтобы ожирение, среди сыроедов не встретишь с избыточным весом. Наоборот, в основном худым, и это тоже надо обменять. Этим я тоже занимаюсь, пропагандирую атлетичное, рельефное тело, и очень многие мои подопечные, ученики, они также хотят иметь красивое, стройное, упругое тело, поэтому и мы тренируемся совместно, и улучшаем рацион совместно их. Вот, поэтому, если завершить тему с орехами, с сухофруктами, сухофрукты – это быстрые углеводы, в них нет воды, клетчатки, вода испарилась, клетчатка разрушилась под влиянием солнца и длительности хранения. Поэтому это очень быстрые углеводы. Они достаточно быстро поднимают уровень глюкозы в крови. Вслед за этим инсулин прыгает, скачет. Поэтому использовать сухофрукты, а тем более в сочетании с орехами, вообще крайне не нужно. Поэтому, хоть мы сейчас находимся в замечательном заведении, советский ресторан живой кухни Рафаэль, хоть я его люблю, но, как и в большинстве, и в нем, и в других, я в основном для себя заказываю смузи. Мы подошли к следующему пункту, из чего, собственно, и состоит мой рацион. Наверное, я это для того рассказываю, чтобы у людей было четкое понимание, из чего может состоять рацион как сыроеда, так и тем более фрукторианца. Потому что обычно еды, они представляют веганов, и тем более они не представляют что-либо фрукторианство, сыроедение, представляют как одних, ну, жующих траву. Но на самом деле у нас обширный ассортимент, это, знаете, мясо ограничено несколькими блюдами, сварил или пожарил, приправы эти, приправы те. А разнообразие фруктов, оно дает разнообразие вкуса. И как раз-таки это высший вкус, чувствовать вот наслаждение именно от фруктов, от ягод, как от хранителей праны. Поэтому это гораздо ценнее. Смузи я заказываю практически во всех кафе или ресторанах, где бывает. То есть для меня это наиболее приемлемый вид блюда, ну, из любой кухни. Поэтому этим самым я стимулирую, наверное, создание новых каких-то сыроедческих блюд в обычных заведениях. Ну а что касается тортиков, да, иногда бывает. Вот мне Ольга уже задала вопрос о срывах. Я никогда не называю это срывами. Действительно, вот с 2014 года я перешел на сыроедение, и первый год, первые полтора года это не было чистым сыроедением. Это очень часто, там, заходя в гости, я позволял все себе там, вареный рис, например, с овощами или что-то такое. Даже если мне захочется вареной кукурузы, я не считаю это срывом. Потому что фрукторианец, как я себя именую, это скорее, чтобы человек понимал, на каком я рационе, но это не вгоняет меня в рамки. Я не считаю, что я должен прям соответствовать представлениям других. Я в первую очередь слушаю себя, свое тело, свое уважение. Но в традиционном понимании мне никогда не хотелось, у меня не было сына, поэтому никогда не хотелось снова поесть шашлыка или сосиски, или яичницы. Единственное, что меня действительно очень долго держало, это сыр, как ни странно. Да, вот пока есть такая маленькая исповедь. И я понял, ознакомившись с некоторыми материалами, в Ютубе есть хорошие ролики, рассказывающие, точнее, где Нил Леонард, один из докторов американских, очень хорошо, качественно рассказывает, в том числе о молочных продуктах, почему они нас долго держат. Опять же, всему причине, особенно в сырах. Сыры очень долго держат очень многих людей. Я с этим откровением часто сталкивался. И меня вот, можно сказать, отпустило, вот прям 100% отпустило буквально прошлой осенью, то есть год назад. Помог мне в этом переход на смузи. То есть именно с октября месяца я стал в основном смузи питаться. И это прям очистило. Это вот следующий момент, имеет ли смысл людям делать чистку? Да, имеет.
как минимум находясь на зеленых коктейлях и смузи, фруктовых смузи. Также можно и соки пробовать, побыть на соках 3, 5, 7 дней. Это наиболее такой безопасный срок для тех, кто на обычном традиционном питании. Ну и для людей, которые еще не до конца отошли от вареной пищи, то тоже имеет смысл вот так себя очищать. Ну, не говоря уже о чистках при помощи касторового масла, эвкалиптовая чистка или чистка Чингисхана. Чеснок. Да, когда мелко шинкуется чеснок, и это запивается хорошим количеством воды. Лучше это на ночь делать, чтобы за ночь хорошо пропотеть. Можно еще и посетить перед тем, как лечь спать, посетить сауну или баньку, чтобы еще тело прожарилось и снаружи тоже. Ну и хорошо бы на утро сделать кардиоработу, то есть пробежаться, например, на велосипеде покататься. Ну, чисток достаточно много. В принципе, как вот чистка Чингисхана, так и тройчатка при помощи пижмы, полы и гвоздики, они хорошо избавляют от паразитов. И это еще один момент, почему нас очень долго держит вот такая тяжелая грубая пища в виде мяса, сыра, колбасы, сосисок, в виде жареного, вареного. Потому что микрофлора за все эти годы жизни человека, она создала определенные привычки, пищевые привычки. У кого-то это привычка к шоколаду, у кого-то к шашлыкам, у кого-то к пиву. И вот эта микрофлора, соответственно, чем ты ее питаешь, тем то она и просит. Поэтому очень часто вот эти миллиарды клеток, живых клеток, они и руководят человеком. Поэтому вот эту паразитарную микрофлору надо уничтожать, избавляться от нее. И создавать, сразу, наверное, у многих возникнет вопрос, а как? Переходя на живое питание. Не просто на веганское, не просто на вегетарианское, а именно на сыроедческое, то есть живое питание, не обработанное термичкой. Поэтому переход на живое питание создаст вот эту благотворную, благоприятную микрофлору, которая будет давать иммунитет, нужные витамины, минералы, аминокислоты, из которых будет составляться белок, нужный нам для роста, строительства тканей, не только мощных, но и других. Итак, вопрос про смену круга. Да. Как изменились отношения с людьми? Круг поменялся, ну не потому, что я от кого-то отказался, общение с кем-то я отказался. Я ни с кем не отказывался. Как, впрочем, большинство людей не стали отказываться от общения со мной. Наверное, здесь так. Произошло просто расширение круга моих знакомых веганов в Сараево. И поскольку все чаще я знакомлюсь, все больше обо мне узнают людей, я ведь часто выступаю на веганских фестивалях, Вегашоэкспо, Вермарт и других мероприятиях, то люди присоединяются, хотят узнать побольше от меня лично или на моих страницах в Инстаграме или ВКонтакте. И из них и строится мой новый круг. И в своем большинстве это замечательные люди. Я сразу не хочу сказать, что только лишь веганы и сыроед становятся чудесным человеком. Нет, люди и среди, прошу прощения, мясоедов тоже встречаются замечательные. Также и встречаются не особенно хорошие среди веганов, к сожалению. Просто это, наверное, как всегда, выбор каждого человека, как себя развивать. Поменялось, что еще? Действительно, внутри поменялось отношение к миру, что ли. Опять же, изучая веганскую тему, я стал более этичным по отношению к миру. То есть я не ношу меха, кожи, соответственно, ни ремней, ни обуви, ни курток, у меня из этого нет дома в гардеробе. Я смотрю на то, чем пользуюсь, что у меня для дома или там в плане средств для бритья или шампуня, не тестируются ли они на животных. В этом плане изменилось мое мировоззрение.
Я, изучая веганскую тему, понял, что очень сильно наше питание влияет на экологию нашей планеты. А хочется все-таки эту нашу родную планету оставить нашим детям, мне лично моим детям, хочется оставить живой. Именно в этом понимании живой. Поэтому стараюсь как можно меньше использовать пакетов или то, что загрязняет экологию. Ну и, соответственно, посмотрев фильм «Скотта Заговор», «Правда о море», «Правда о мясе», также увидите, как разрушает животноводство, как пищевая индустрия разрушает экологию нашей планеты. Вот. А еще я и был, собственно, раньше спокойнее, но сейчас это спокойствие воцарилось, несмотря ни на что. То есть будет дзен, это, наверное, основной девиз стал директор Кор. Какие еще изменения произошли? Тело избавилось, хотя я никогда не был с лишним весом, но тем не менее, тело избавилось от определенного жира, и тело, и мое на сегодняшний день стало более рельефным. Даже несмотря на то, что мне вот сегодня 41 год, но это достаточно рельефное, сухое тело. И был еще вопрос о том, где про воду. Но поскольку именно во фруктах, ягодах, ну, в принципе, и в овощах тоже содержится достаточно структурированная вода, то потребление в большом количестве этих продуктов позволяет действительно меньше пить. Поэтому вот такой момент тоже как-то немножко изменит. Если я раньше старался по 2 литра воды выпивать, то сейчас это гораздо уменьшилось количество. Хотя и сейчас, но тем не менее, это уже гораздо меньше, чем было раньше. Ну вот как-то так, наверное, стал тоньше чувствовать людей. Вот эти самые вибрации, какие-то вот такие тонкие моменты человека я стал лучше ощущать, тоньше ощущать. Осознанность шире появилась, я стал видеть как ситуации, так и человека, но объемно, более объемно. Это сложно описать словами. Это нечто такое эзотерическое, которое всегда сложно облечь в слова. Но, тем не менее, тоньше видение людей стало. И оно и тоньше, и глубже, и объемнее появилось. Вот. И та же ситуация. Интуицию, наверное, на самом деле могут все развить. Абсолютно все. Это же достаточно просто прислушиваться к тому, что сердце подсказывает, то есть душа. Поэтому все эти тонкие моменты нужно через душу делать. Наверное, я раскрыл этот вопрос, да, ведь? Вот, и получается, мой сегодняшний опыт вам наверняка может пригодиться. Все эти пересказы, как лучше составить наиболее грамотное питание, из каких продуктов, почему. И мой личный пример, я думаю, вам также поможет выбрать живое питание. Потому что именно оно дает жизнь, оно дает осознанность, оно помогает вам оставаться долгие годы здоровым, девушкам стройными. Мужчинам поможет это более качественную фигуру иметь, более рельефную. Это помогает нам заботиться о природе, заботиться об экологии нашей планеты. Да, действительно, хороший вопрос. Можно ли, во-первых, оставаться мужчиной на сыроедении, тем более на сладких фруктах? А второй момент, можно ли жестко вести дела в бизнесе? Итак, у меня есть 2 замечательных примера. Один из них – это мой подопечный. Я его некоторое время тренировал, обсуждали его питание. И он прекрасно ведет свое рекламное агентство, прекрасно управляется, хороший доход. У него Porsche, он живет на 25 этаже великолепного небоскреба, в очень дорогом жилом комплексе. Ну, то есть человек вообще не бедный. И как-то он управляется. То есть без женской мягкости он обходится. Второй пример – это фрукторианец уже с 10, а может быть даже 15-летним стажем.
Майкл Арнштейн, если не ошибаюсь. И он же ультрамарафонец. То есть он пробегает 180-220 километров, будучи на одних лишь фруктах. И он же управляет своей ювелирной компанией. Он создал знаменитый фрукторианский фестиваль в Вудстоке. Поэтому вот он пример человека, который... Два примера людей, которые прекрасно в бизнесе... Ну, реализует себя. Поэтому это такая же глупость, как и говорить, что мужчине нужно мясо. Ну, это такая же несусветная глупость. Действительно, это придает не то чтобы мягкость в общении с людьми, это вообще наилучшее качество. Поэтому либо человеку нужно поменять вид бизнеса, либо пересмотреть свои взгляды. Ну, потому что вовсе не обязательно делать бизнес на каком-то негативе, на продавливании своих интересов. Да, конечно, российский бизнес в основном, наверное, на таких ключах и строится, но что нам мешает поменять это представление о бизнесе? Тем более, что есть замечательный пример, как можно создавать свое дело. Этот пример показывает бизнес-молодость. Проект, который показывает, что от млада до велика, что называется, могут создавать свои успешные бизнесы. А мужчине это придает осознанность, шире смотрит на многие моменты, ясность мысли, четкость мысли. Поэтому здесь гораздо больше бонусов, находясь на живом питании. Еще я могу про такой негатив, так сказать, это в кавычках, конечно. Иногда люди чувствуют, что их уносит, что у них какая-то излишняя энергия появляется на сырые, и они не могут ею управлять. Это чаще присуще женщинам. Да, такое бывает у девушек. И человек и меньше спит, и он меньше, быстрее думает. И с этой живостью не все справляются, с этой энергичностью не все справляются. Поэтому, ну, наверное, это тоже надо уметь управлять собой, своими энергиями. Возможно, эти люди просто поторопились, их тело, их энергетическое тело не успели за перестройкой, которая дала новое питание. Наверное, всему свое время, с другой стороны, что мешает и здесь проработать это. Про банан был вопрос. Бананы, да, я в большом количестве употребляю от 4 в день до 12. Просто потому что смузи, зеленые коктейли я именно с ними делаю. Иногда перед тренировкой я могу связку из 4-6 бананов легко скушать, легко заточить. Вот. Ну что, наверное, мой опыт наверняка кому-то пригодится, понадобится. Наверняка кто-то заинтересуется, как же это сделать в своей жизни, как это реализовать. Так что я желаю всем присмотреться к этому живому виду питания, к этому наиболее разумному виду питания, потому что именно оно позволяет, возможно, я повторюсь, сохранить свое здоровье на долгие-долгие годы. Это продлевает долголетие, однозначно. Это позволяет сохранять стройность девушкам, парням рельефность. Это дает хороший иммунитет, потому что, вот он, еще один важный момент, который не упомянул, я эти годы не посещаю врачей, аптеки, больницы, даже несколько лет от меня фармакология ни рубля не получаю. Может быть, не всем покажется фрукторианство дешевым видом питания, но уж поверьте, бонусы многочисленные. То, что я перечислил, и управление, в том числе, тонкими энергиями, и экономия на врачах лекарств. Давайте перечислю, что ем я. Ну вот, из ягод. Это самая моя обожаемая ягода, это малина. Дальше клубника, черника, голубика. Ну, это летом, а зимой-то они, конечно, очень дорогие.
Но их же не нужно килограмм за один раз. Это то, чтобы насладиться. Это значит, там, ладошка их достаточно. Из фруктов. Ну, понятное дело, всем привычные нам бананы, яблоки, груши, апельсины, грейпфрут, мандарины. Но что мешает? Ананас, манго. Ничто не мешает их выдерживать. Положить под бананы или поближе к печке. И они за несколько дней, за 3, максимум 4 дня, они дойдут, они станут спелыми. Дальше. Помело, киви, хурма. Сейчас уже начался новый сезон хурмы. Дыня, арбуза, разумеется, вот сейчас и заканчивается, но этот момент ловить надо, потому что еще в октябре дыньки сладкие, спелые, равно как и арбузы. Вот, опять же, сколько сортов тех самых яблок и груш, из этого тоже можно выбирать. Сколько видов зелени, не просто петрушка и укроп, кинза, базилик, мята, которую можно в качестве ароматных трав добавлять. Дикоросы, снеть, крапива, или те травы, может быть, которыми еще не все привыкли, шпинат, рукола, айсберг, сельдерей. Да, на самом деле, зайти в магазин, посмотреть, какие виды предлагают даже обычные супермаркеты, говоря уже о рынке, где наиболее экологичные продукции поставляются. Поэтому выбор для сыроеда обширен, просто обширен. Хотя, конечно, многие привыкли к кулинарии, и им нужно научиться что-то готовить. Ну, как минимум, там, сыроедческие хлебцы при помощи дегидратора, как минимум, сыроедческие конфеты. Не говоря уже о простейших смузи фруктовые, зеленые коктейли или даже крем-супы. Выбор, на самом деле, колоссальный. Это было бы удовольствие поделиться с вами тем, как я живу, своими знаниями. Это мне всегда удовольствие, поэтому рад был встрече с вами, рад был поделиться всем этим. Я Роман Кравцов, находите меня в соцсетях, если появятся какие-то вопросы. И Go Vegan!